Нордея сегодня уже на поле выходила 1-0. Точнее, 0-1. Уступила HSBC, и практически Нордея мы на поле, и особенно в атаке, не видели. Было ощущение, что недостаточно настроились на наши соревнования, на первый тур. Может быть, по ходу сегодняшнего дня в игру втянутся. Не черная марка. Контрольными тестами, да. Не допускается выступление в турнире обуви с маркой подошвы или обуви с наличием шипов. А что за шипы мы его правильно обсуждали? Тиньков неплохо контролирует мяч. И не пытаются доверного каждый момент разыгрывать. Появляется возможность нанести удар. Сразу бьют. С любой дистанции. С любых углов. Куликов сейчас вводит аут. Росихин, да, показывал, что мяч он выбивал и от ноги Куликова покинул футбольный снаряд пределы поля. Кучков. Передача правильная, но Терентьев явно не успевал замкнуть дальнюю штангу. Пучков обыграл сейчас нашивочного, хотя казалось, оттеснить его нету никакой возможности у любого футболиста. И прошел этот пас на 6-метровую отметку. Очередная контратака Тиньков. Удар издали. Мяч в руку попал, но, естественно, не зафиксировано нарушение правил. Пучков неожиданно сегодня играет защитника. Первый фол. Встреча на РДА и HSBC, по-моему, вообще без нарушений правил прошла. А, нет. Все-таки было два фола со стороны РДА. Но это уже ближе к концовке. Это практически не считается. Ну и сейчас очень чисто, аккуратно играют Тиньков и Нордеа. Зачем не надо?
Остался Терентьев. Трех соперников обыграл. Ну вот на четвертом споткнулся все-таки. Минуты и будет перерыв. Пока же счет 0-0. Ну, как и в первом матче сегодняшнего дня, соперники Нордеа смотрятся лучше. Терентьев мяча достигает, не получается сразу пробить. А вот со второй попытки все отлично. 1-0 и Тиньков выходит вперед. Терентьев. Большая часть передач на него выполняется, и не зря, потому что у Терентьева с реализацией моментов все великолепно. 2-0. Ну что ж, 2-0 для первого тайма, это уже достаточно, чтобы заявить свои права на стартовые 3 очка. Но Тиньков — это команда, которая забивает максимум, если начинает у них игра получаться. А игра сейчас получается. И вратарю Нордеа уже приходится идти в поле. И сейчас очень удачно он прошел через центр. Но вот мяч у себя сохранить ему не удается. Терентьев снова уходит от опеки трех соперников. Что ж ты раньше не
не сказал, Гриш. Я бы с утра пошел бы не в Макдональдс, а в гастроном. Последние 10 секунд первого тайма. 2-0. И третий гол забить в раздевалку было бы очень неплохо. Перерыв. Тайм начинается он с атаки Тинькофф, которая заканчивается сразу взятием ворот. 3-0, и, казалось бы, можно ставить на этом точку, но есть некоторая формальность в виде секундомера. На нем остается еще 9,5 минут, и только после них прозвучит финальный свисток. Тинькофф не торопится с введением мяча из аута. Контроль мяча от Тинькофф. Не очень долго продолжался этот контроль, но Тинькофф, в принципе, команда, которая больше играет в атаке. Желтую карточку получает игрок, ну зачем же мяч откидывать. Сегодня еще будет один матч, встреча с МТС Банком, а Тинькофф предстоит встречаться с HSBC и с Московским кредитным банком. Ну, удар буквально с 2 метров, оставалось только по мячу попасть, но и это не удается. Пока игра сегодня у Нарды не ладится. И здесь снова неточный пас. Ну вот начинает заводиться Нарды. На Шивочников бьет с 10 метров. Всем составом Нарды на чужой половине поля, но с подключением вратаря удается хотя бы пробить. Угловой Тинькофф. Терентьев открылся высоко, выпрыгивает и делал передачу на Горелика. Еще игра.
Нашивочников шанс для него, делает передачу, и потом вошла скидка. Росихин бьет, попадает в крестовину. Пять минут до финального свистка. Почему бы не пустить голкипера в атаку? Ноль-три, разницы уже особой нету. Здесь фолят футболисты Тинькофф. У них первое нарушение правил. Удар угловой. Достаточно крепко обосновались футболисты Нарды на половине поля соперников. Еще один выстрел по воротам. Здесь ворота Нарды никто не закрывал. Нужно было просто попасть. Три с половиной минуты нужно удерживать преимущество Тинькофф. Вот результат высоченного прессинга. Горелик все делает сам. Мяч выцарапывает, бьет по воротам и делает счет 4, уже 4-0. Передача от Горелика не доходит. Вратарь прочитал эту комбинацию. Пошел сам в обводку и создал опасный момент. Ворота пустые. Горелик. Зафиксировано нарушение правил. Росихин по мячу не бывал. Вот вторая попытка у него есть. Тайм-аут. Тайм-аут берет Тинькофф. Без замены играет Тинькофф, пустует скамейка запасных, поэтому нужна была дополнительная пауза игрокам для того, чтобы отдышаться. Потому что даже счет 4-0 нужно оборонять и удерживать. Пусть и немного времени остается до финального свистка, лучше
взять паузу и спокойно доиграть, чем нервничать и усталыми себя чувствовать. Последняя чистая минута уже пошла. Что это такое? Как делишки? Главой Тиньков. Терентьев. Отлично, Тиньков держит мяч. Я пойду оденусь. Свитер одену, братан. Вот, может быть, первая возможность у Нарды в этом матче забить. Росихин с трудом, конечно, сейчас уже...